В Югре закрылась навигация. Свои последние рейсы сделали катера и метеоры по основным направлениям. Еще несколько дней речной транспорт будет ходить в районе Междуреченского. Затем, когда лед на реке окрепнет, в рейсы выйдут суда на воздушной подушке. Они будут курсировать по Ханты-Мансийскому району. Почти за полгода навигации пассажирским речным транспортом в Югре воспользовались более 200 тысяч человек. Это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Северречфлот это связывает с тем, что навигация началась на неделю раньше, чем годом ранее.